Многие скажут вам, что мир делает людей такими, какие они сегодня есть, но только все стоит наоборот, что люди сделали мир таким. Из всех людей, которых я встречал в своей жизни, я думаю, я, пожалуй, поверил только одному этому. Когда-то небо было полно жизни, а сердца людей были полны добротой. Я никогда не знал, верить ли в это. Однако правда то, что и то, и другое пусто теперь. Никто из живущих не помнит этого, но небо когда-то было голубым, и солнце не было нашим врагом. Ранних дней я знал только, как прятаться от солнца, закрывать кожу на поверхности и скрываться от бури, радиации которых могла погубить себя. Вода была всегда редкой и драгоценной, как драгоценные камни. И такой же драгоценной и редкой была настоящая еда. Производство Нотер. Произошла ядерная война. Гуманоидов участвовала в смертельном конфликте с расой машин. Никто даже не знал, кто начал ее. Это были машины. Так была всю мою жизнь. И только дурак бы мог поверить, что это было иначе, и все же решил вернуться в землю своей молодости. Для того, чтобы найти своих братьев, а предков, которые находились где-то. Киборг. Автор сценария, режиссер Нотер. Главный оператор Нотер. Композитор Трой.
склад где-то неподалеку.
Добрый день, дорогие телезрители моего балагурного канала. Если вы соскучились по кинокартинам и телепередачам 80-х годов, тогда вы попали туда, куда нужно. Я представляю вам контент своего канала. Здесь вы окунетесь в атмосферу старых комедий и фильмов ужасов. Порвали штаны. Уважаемые товарищи, подписывайтесь на мой канал, ставим пальчик вверх и жмем на колокольчик. Все, теперь должно хорошо быть.